Компания АВГ инженерные системы, одной из первых в Одинцовском районе, представила все необходимые документы в госжилинспекцию, чтобы войти в реестр специализированных организаций Московской области по обслуживанию и ремонту газового оборудования. У нас 13 передовых организаций, кому мы вручили, значит, данные свидетельства о том, что он внесен в реестр госжилинспекции и может работать на территории Московской области. Ну, первое – это Мособлгаз наш, да, самая большая структура, и, так сказать, ряд коммерческих организаций. Вот, госжилинспекция Московской области первая среди субъектов выполнила это поручение федеральное. И в настоящее время рекомендуем всем главам муниципальных образований, управляющим организациям и самим жителям смотреть сначала на сайте жилищной инспекции, есть ли эта организация, внесена ли она в реестр, и только после этого заключать договор на содержание, текущий ремонт внутриквартирного, внутридомового газового оборудования. Компания ВГ инженерные системы строго следят за качеством выполняемых работ. Сотрудники организации постоянно проходят обучение, повышают свою квалификацию. Обслуживать внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование должны профессионалы, считает руководство ВГ инженерной системы. Для нашей организации получить данное свидетельство было приоритетным направлением, ввиду того, что мы стараемся соблюдать все действующее законодательство, и в связи с тем, что недавно вышел федеральный закон, который непосредственно обязывает каждую обслуживающую организацию заявить о своем виде деятельности и пройти комплекс мероприятий для того, чтобы утвердить себя в качестве обслуживающей организации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Так как наши сотрудники имеют полный пакет обучения, начиная от Ростехнадзора, заканчивая учебными центрами Мособлгаза и другими сторонними организациями, мы, соответственно, одни из первых в нашем районе получили данную лицензию. Прежде чем заключать договор с компанией на обслуживание и ремонт газового оборудования, собственнику необходимо ознакомиться с реестром предприятий, которые имеют право осуществлять данный вид деятельности. На сайте госжилинспекции открыта информация, так и называется реестр организаций, осуществляющих вид деятельности по обслуживанию газового оборудования. В этом реестре наша организация АВГ инженерной системы и АВГ инженерный сервис также фигурирует, и мы правомерно имеем право на обслуживание и всегда рады новым клиентам. Газ – это очень такая опасная тема, и только специалисты, профессионалы должны работать в этой отрасли, потому что мы должны, как бы все, весь комплекс ЖКХ, в том числе жилищная инспекция, должна обеспечивать безопасное и комфортное проживание наших жителей, не допускать таких ситуаций, которые произошли, к сожалению, на территории других субъектов Российской Федерации, связанных со взрывами внутри квартиры и газового оборудования. Потому что, еще раз, и пользуясь случаем, хочу напомнить нашим собственникам помещений, владельцам квартир, нанимателем о том, что, значит, обязательно должен быть заключен договор на техническое содержание, ремонт внутриквартирного газового оборудования. Ответственность за неисполнение федерального закона номер 412 предусмотрена не только для организаций, но и для собственников. Заключайте договоры на техническое обслуживание газового оборудования только с проверенными компаниями. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».